15 ноября сотрудники управления пожарного надзора Госэкотехинспекции провели проверки в нескольких точках быстрого питания, которые располагаются на пересечении улиц Горького и Советской. Инспекторы нашли ряд нарушений. Самое главное из них – наличие и использование баллона с сжиженным газом в комнате, где готовят пищу. Всем нарушителям были даны предписания исправить недочеты до 27 ноября. Сегодня у службы пожарного надзора вновь рейд, но проводится он уже с целью проверки исполнения выданных предписаний. Так, салам алейкум. Баяда келип бияктык ширген биз. Ушу газовый баллондорду алгыла деп. Азыр алдыңарбы газовый баллондор жокпу? Жүрүңүз көрөлү. Как оказалось, хозяин этого заведения даже и не подумал избавиться от газового баллона. Вот видите, несмотря на то, что мы выписали предписание, несмотря на то, что мы дали срок на устранение, а именно, чтобы они убрали газовый баллон сейчас до сих пор эксплуатируется. В других заведениях картина та же самая. Несмотря на предписание, газовые баллоны там используются до сих пор. Заметив проверяющих, торговцы быстро закрывают свои точки фастфуда. Недавно только сейчас этот павильон был открытый. Сейчас, как видите, они его закрыли. Буквально 5 минут назад он сейчас был открытый. Сейчас они его полностью закрыли. Вот покажите, пожалуйста, бегемот-то. Сейчас он только функционировал где-то 2-3 минуты назад. Сейчас он уже не функционирует-то. В управлении пожарного надзора Госэкотехинспекции поясняют, использовать газовый баллон не запрещено, однако он не должен находиться в той комнате, где готовится пища. Согласно нормам, баллон устанавливают в отдельном помещении, а газ из него к плите поступает по специальной трубке. Однако большинство столичных точек фастфуда это правило не соблюдает. И зря. По закону за такое нарушение частное лицо должно заплатить штраф в размере 7000 сомов, а юридически в 23 тысячи. Предусмотрены более суровые наказания. Мы сейчас привлечем к административной ответственности непосредственно хозяина. Напишем официальные материалы по итогам контрольной проверки. Мы сейчас передадим правоохранительные органы на возбуждение уголовного дела в отношении владельцев. А также сейчас сделаем полную приостановку данного заведения. Проверка показала, кроме неправильного использования газовых баллонов, точки фастфуда, которые располагаются на пересечении Горького-Советской, еще и не имеют архитектурных документов. Время на исправление этого недочета хозяевам тоже давалось. Однако решать проблему никто не спешит. Нами будут написаны письма в мэрию города Бишкек о сносе данных павильонов, а также межрегиональным управлением по городу Бишкек будет направлен иск Первомайский районный суд о вынесении решения по сносу данных заведений. Проверка точек фастфуда началась после взрыва газового баллона в одном из кафе быстрого питания в столице. Сотрудники управления пожарного надзора Госэкотехинспекции проконтролировать то заведение не смогли, так как по закону только что открывшееся предприятие освобождается от проверок на ближайшие 3 года. Екатерина Токамбаева, Джентай Макенов, «Пирамида».